Вставай, сегодня уже 31 декабря. Дима, где же он? Ах, проказник, наверное, залез под кровать. Нет, а может он в шкафу? Тоже нет. Куда он мог деться? Ребята, а вы не видели Диму? Видели! Его утащили на третий день. И где же он? Какая дверь? Кто? Леонид Репетей? Да. Неужели? Что же делать? Нужно срочно его найти. Ну как в волшебную страну пройти? Я не могу. Этот может тот, кто верит в сказки. Ребята, а вы верите в сказки? Ребята! Диму украли! Леди Трепетей! Нужно срочно его найти! Вы поможете нам? Да, мы не друзья, а у друзей есть один девиз. Один за всех и все за одного. Вперед, ребята! Только помните, у тролля вся его сила в клубке из нити жизни. Если этот клубок отобрать и порвать нити жизни, то тролль исчезнет. Мы все поняли. Счастливого пути. Вот Дима, наш главный Дед Мороз. Да-да. Ну, у Деда Мороза тулуп и посох, а у нашего тролля волшебный клубок из нити жизни. И если одну из них разорвать, то... Тише ты, разболталась. Ничего не понял. Дяденька, а вы кто? Я-то? Да я самый могущий. Самый сильный, самый злой в мире тролль! Да, такое чудище можно только во сне увидеть. Правильно, во сне. А во сне делать ничего не надо. Не надо учиться. Не надо помогать маме. Не надо дружить. Маме? А кто такая мама? Ура, ура! Забыл! Ваше тройство, он полностью ваш. Он ваш слуга. А... Да-да, это я его усыпила, это я. Чего ты? Это я его усыпила. Давай, врежь ей, давай. А ну, разъялись. Брались и хватит. Так, тащите сюда елку, будем готовиться к празднику Нового года. Как только часы пробьют 12 раз, Дима из мальчика превратится в тролля и будет моим вечным слугой. А, подумаешь, вы с ним можете слугой побыть, ведь сон это не по-настоящему. Сон это понарошку. Вот именно, понарошку. Верно, понарошку. На всю жизнь. Вся жизнь как сон. За работу! Тащить! Приготовьте волшебный сонный напиток. Тащить сюда мои эликсиры, а я пока отдохну. Так, где мои придворные артисты?